Всем привет! Здесь мы с вами будем водить вот такой вот автобус. У него только одно зеркало, что ли? Поехали сюда. Тут по карте, конечно, неудобная такая. Ладно, будем как-то разбираться. Здесь нам, да, такая мрачноватая немножко игра. Можно было поярче немножко сделать. Автобус прикольно сделан. Так, поехали сюда. Что у нас тут? Да, интересно, где второе зеркало делось? Очень интересно. Так, то сюда нам надо. Да. Так, вот, стой. И проехать бы. Заходим. Так, все, да. Теперь поехали обратно. Так, интересно, успею. Тут времени больше половины осталось. Вроде должен успеть. Автобус вроде относительно шустрый, хотя похоже это максималка его. Так, да, куда? Какой-то салон. Вот, по-моему, да, вот какая-то остановка. Быстренько приехали, стоять. Так, а мы едем дальше. Тут сюда. И времени нам хватает вообще рассматривать автобус. Хотя же, как сказал, игра немножко мрачноватая. Можно было бы повеселее сделать. Так, тут. А? Есть. Тихо. Так, все, это что, назад надо? Мы назад поедем. Блина. Так, назад. Есть вот такая камера. Тут если я возле небоскреба, вот как сейчас, проеду, то автобуса вообще не видно. И все. Камер больше нет. Какой-то интересный. Поехали. Здесь. Так, еду сюда. Да, вот. Я заблудился. Нам сюда надо. Так, вот и автобус на новый подъехал. Как новый. Тот же самый. Нет. Ну, нет, тот же самый. Только под зеркало второе появилось. Цвет, естественно, другой. Так, поехали. Интересно, что тут только с одним зеркалом. Тут нормально. Так, здесь сюда, наверное, нет. Сюда. Да. Так, тут. А, вот все, вижу. Блин, бывает запутано. Поэтому и говорю, карта неудобная. Так. Готово. Заходим. Поехали.
Так, здесь. Так, вот этот торговый центр. Тут слишком быстро оказалось. И я уже на месте. Практически. Вот. Ну, вот за углом, что-то. И так сказать.